Здорово, друзья, с вами Терминатор, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed. Вот мы, собственно, пришли в Дамаск. Дамаск, бедный район. Здесь у нас находится первый человек, которого мы, собственно, должны убить. Первая наша цель, так сказать. Мы на лошадке здесь едем, никого не трогаем. Пожалуйста, хватит. Мне больно. Ты ничто. Аллах отвернулся от тебя. Слышь? Что с тебя делаешь? Человека не трогайте, пиндосы. Ах, вы что делаете? Двое на одного нечестно. Они меня сейчас вообще порешают. Когда вот этой штуки нету, лошадь, бей их. Ой, я отхилился на две. Есть, убил. Отлично. Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Спасибо, дядя. Мне тоже честь спасти тебя. И до свидания. Да, ну и времена настали. Стойте, монахи! Подходите, смотрите, вы остались с тобой. Я с вами, пацаны. Поперли. Нам надо пройти. Посмотрим, давайте, карту. Вот бедный район, в который мы сейчас пройдем. Будем проходить, я думаю, вот так. Сначала спасем всех людей и все точки осмотрим, а потом вот уже и самого человека мы убьем, тамплиера вонючего. Как они вообще не замечают, я же отличаюсь от них. Добрый день, дорогой друг. Если еще отвалите, чмыри. Пожалуйста, не стесняйся, здесь все, что нужно. Здесь все, что нужно. На голове так удобно носить, интересно? Так, моя карта. Идем сначала на точку обзора. Самое важное, что мне нужно. Обошел книжку торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не нужно. Здесь все, что тебе нужно. Не трогай меня, пожалуйста. Думаешь, твой бог... Подходите, подходите. Не-не-не-не-не-не-не. Друзья мои, что? Ваши поиски закончились. Скидки на все товары. Скидки на все товары. Вот этот... здание, на которое нам надо залезть. Здесь все, что нужно. Армии неверных. Смерть и ужас. Ты выбрал... Да куда ты? Нет лучше торговца, чем я. Скачет им навстречу. Залезай, Альтаирка. И отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога. Вот мы залезли уже почти на самый верх. Это хорошо. А где птичка? Улетела. Какому на такую высоту не страшно залезать без страховки? У нас всего здесь 9. 9 точек. Спасем всех горожан. И все точки осмотрим, а потом уже... будем выполнять. Ёй! Придурочный! В сено прыгать надо! Ты чё, сено что ли не видишь? Олень! Если вы сорветесь, карабкаясь, хватайтесь за уст. Я ни в чем не виноват. Добрый день! Зачем ты неверный? Я могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся. Не трогай меня, пожалуйста. Мне нужно тебя убить, чмо.
слышали? По-твоему? Подохни! Отлично! Мужик, аккуратней! Добром это не кончится. Естественно, сейчас ты подохнешь. Тебе не удастся скрыться, убийца. Мужик, с тобой все нормально, я тебя спас. Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Времена настали. 12 горожан здесь? Я что, задолбаюсь спасать? Так, следующий. Горожанин у нас вот этот. Друзья мои, ваши войны пожирает землю, и тысячи полегли. Мужики, простите. Сори, сори, тетка. Плохого я тебе сделала. Скажи нам. Хочешь хорошую сделку? Тебе не следует. Умри, неверный. Я ничего не попала. Помогите. Давай, давай, давай. Прими талант, я пойду. Кого-то сейчас убьют. Может, не поздоровится. Беги, пока можешь. Выкуси. На помощь, на помощь. Меня атакуют козлы, тамплиеры. Подох. Жалко, у меня еще нету этого приема. Чтобы контратаку делать. Спасибо. Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. О нет, это не опять. Крутяк, мы спасли еще одного человека. Это хорошо, что это за задание такое? Задание информатора, гонка. Точка обзора. Поблизости у нас тут находится... Сейчас мы ее посетим. С севера идет английский король и его армия неверных. Кажется, я видел. Смерть и ужас несут они нам. Блин, ты что падаешь? Один скачет им навстречу, дабы остановить их. Где ты? Я знаю, ты где-то здесь. Нет у меня нигде, я призрак. Призрак, летящий на крыльях ночи. Помоги ему, Аллах, он обезумел. Ничего не обезумел. Просто лазью, паркуром занимаюсь. Сейчас мы залезем на эту крышу теперь. Точнее, на это здание. Перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим. И в этой игре, конечно, есть один минус. Очень однообразное задание. Если еще поначалу как-то интересно вот так вот играть, а потом уже одно и то же, вышки, горожане. И все, опять вышки, горожане, вышки, горожане, вышки, горожане, и все. На каждом районе. Сейчас мы спасем этого горожанина. Где он там? Делайте же что-нибудь. Женщину не трожь! Помогите мне! Оп! Капец тебе сейчас будет. Это будет просто. Отстань от меня, дурак. А как мне схватить? На помощь! Он напал на меня!
Помогите! Ой-ой-ой! Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Да не за что! О боже, как такое могло случиться? Как такое могло случиться? Просто здесь всякие козлы нападают на беззащитных людей. Я ничего не заслужила этого. Следующий, проснись. Точка обзора. Давай горожанина спасем вот этого теперь. Крестьянский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога. Ой, я уронил. И они заплатят за это. Лишь страдания... Пожалуйста, господин, вор! Грязный вор! Для чего он это делает? Умоляю вас, господин. Всего пару моментов. Здрасте. Ты делаешь мне больно. Уходи. Что такое это делаешь? Черт! Пошел нахер отсюда. Ты вали отсюда. Не потеряйте его. Готов. Ты что, хочешь умереть? Получай. Женщина, вы в порядке? Спасибо. Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Еще спасли, уже 4 человека спасли. Никто не знает его лучше меня. Никто не знает его лучше меня. Только моя жена. Пошлите за подмогой! Ой-ой-ой, сваливаем. Слушайте, что я от меня не уйдешь. Нам пора текать. Тебе же ты. Всегда надо здрать. Тебе не стоило вмешиваться. А это кто? Тебе что-то нужно? Тихо, я пока здесь пощущу эту точку. Пожалуйста, пока рядом нахожусь. Залезем по бырику. Надеюсь, они за мной не полезут. Ну и что дальше? Отлично. Еще у нас одна точка посещена. И остается совсем немного точек. Почти половину мы уже посетили. А, 3 из 9. Я еще выйти теперь не могу из сена. Молодец. Когда-то мир водил молодец. Караван между Дамаском и Иерусалимом. Но дела у него не шли. Я его поздравляю, что дела у него не шли. Не были нужны его товары. Сейчас, короче, посещаем вот этого. Я понял. Перестань. А, я упал, что такое? За что? Я просто шел и упал. Сами меня толкнули, чмыри. Подохни. Отвали. Отлично. Следующий. Хочешь получить? Сейчас получишь. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Что он мог совершить? Даже этот человек совершил убийство. Бабушку, я спас бабушку. Стража, ты видел этого убийцу? Встань от меня. Я тебя поймаю. Не поймаешь. Спорим на 500 рублей. Почему не залезает? Как некуда? Смотри, сколько путей. Меня ждет слава и тёлки. Так, спасти горожанина следующего вот этого. Здесь аккуратно проходим. Не трожь его! Да какого хрена я падаю? Зачем они так орут?
Подумаешь, стражника убили. Ничего серьезного не случилось. Почему залезть не могу? Грязный воришка, увидишь, тебя отрубят руки. Выкусывать будете сейчас? Будете 100%. Я уверен. Это тебе не уйти. Зря ты на меня свой клинок повысил. Я тебя поймаю. На! Получай, получай. Откуда вы только беретесь все? Женщина, вы в порядке? Я пришел вас спасти. Слава богу, ты спас меня. Весь город узнает о твоем подвиге. О боже, как такое могло случиться? Что это было? О, половина уже жителей спасено. Что случилось? О нет, это ужасно. Все сюда! А кто он меня спалил? Я не убийца. Я спаситель людей. Очень странный тип. А теперь что он делает? Ох, как я могу? Какой кошмар. О, флажок! Так, попробуем сюда. Я смогу допрыгнуть? Да, смогу, молодец. Слава стала картину. Надо туда идти. На защиту нашей великой цивилизации. Знайте, что мы сражаемся. Сейчас мы посетим здесь точку. О, блин, я не допрыгнул. Я еще и упал. Вы что творите, люди? Я хожу, людей защищаю. Спасаю их от тамплиеров, а они меня толкают. Если Ричард захватит Яффу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Он войдет в Иерусалим. Опа, птичка, ты куда? Улетела птичка, оставила меня одного. Посещено точек 4 из 9, вот уже, собственно, и почти половина. А тогда была 1/3. Следующая точка обзора вот эта. Я вообще, когда первый раз играл, очень давно. Я даже не знал, что тут сено есть. И каждый раз я когда залезал, я вот так вот потихоньку спускался. Было, конечно, прикольно. Но потом то, что я узнал, то, что тут сено, если можно прыгать, я офигел просто. Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость. Вор! Грязный вор! Кто вор? Что плохого я тебе сделала? Не уйду. Да кто ты такой? Слышь, ты кто такой? Ты должен говорить... Ты что, попутал? Неверные будут наказаны, еретики! Хватит бегать, тебе все равно не уйти! Это вам не уйти, вы кто такие? Это добром не кончится. Вали нахер отсюда! И ты вали нахер отсюда! Меня не уйдешь! Пошел, ты что, встал что ли? Как ты посмел? Кстати, мне еще один удар, и я умру. Женщина, вы в порядке? Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Я обязан. О, Аллах, упокой его душу.
7 из 12, еще 5 человек спасти. И можно сказать, миссия будет выполнена. Так. Залезаем на вышку. Это уже будет 5-я вышка. Где тот, кто заварил эту кашу? Кто заварил эту кашу, его уже нету. И чё он не лезет? Почему не лезет-то, ёкарный, придурочный? Вот, молодец. А с той стороны почему-то лезть не хочет. Видимо, дурафан. Итак, у нас посещена еще одна точка. Точка обзора. Как мы видим, уже почти вся карта открыта. Надо спасти еще человека. Вор! Грязный вор! Ты точно знаешь, что тебе нужно. Ты что-то хочешь разобрать? Тебе за это отрубят руки. Вор! Грязный вор! Что это? Очень странный тип. Ваши поиски закончены. Что? На помощь! Тебе что-то нужно? Почему я не могу его убить? Я ничего не делала! Да за что? Я хотел стража убить, а не невиновного человека! Пошел нахер отсюда! Тебе не победить! Кто это говорит, что мне не победить? Кто такой вообще? Беги, пока не уйти! Тебе не победить! Ты уже проиграл, даже если и не понимаешь этого! Ничего я не проиграл. Трое на одного, нечестно. На! Готов? Еще один труп и еще последний. Все, отлично, победа. Женщина, вы в порядке? Что ты так вовремя подоспел? Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Я обязана, что это? Как это? 8 из 12 уже спасено. И это довольно-таки хорошо. Сделал. Что случилось с бедолагой? Что случилось с бедолагой? Как это ужасно. О нет, только не опять. У нас под боком ходит убийца. Ужасно. Какой убийца, который солдатов убивает? Я не знаю, кто это. Это не я. Ой, куда я полез? Это произошло уже. Он что, совсем идиот? Идиот? Я не идиот. Что здесь произошло? Я Альтаир. Кажется, сюда сейчас залезем. Походу не залезем. Подходите, подходите. Большая распродажа. Как странно. Давай, 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 Альтаирка. Нам вон туда наверх надо залезть. О, нет. Кажется, я видела все, что можно. А, вот здесь можно залезть, походу. Отойди. Ты еще будешь говорить мне, куда идти? И а что делать? Что он делает? Залезаем, залезаем потихонечку. Залезаем, залезаем в догоночку. Птички, да куда все время птички улетают? Я отсеку тебе голову! Не надо мне ничего отсекать. Тебе не сбежать! Да я тебя вот так вот выкину просто, и капец тебе сейчас придет. О, флаг. Так, где там у нас? Вот она. Залезаем.
осматриваемся теперь. Отлично. Еще одно место осмотрено. Еще одна точка открыта. И поэтому теперь мы делаем прыжок веры. Фу! Три точки еще осмотреть надо. Следующая будет вот эта. Лучше там тебя нигде не найти. О боже. Извините. Пожалуйста, осторожнее. Простите, я буду осторожнее. Я не буду так больше делать. Подходите, смотрите мой товар. Огонь войны пожирает землю, а я пожираю бутики. Но я говорю, слава! Опять залезаем, как обычно, ничего нового. Подходите, посмотрите на мои товары, вы глазам своим не поверите. Почему он опять не лезет? Пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Смотрим. Все, смотрели. Остается две вышки. И парочка горожанинов, и все. И можно сказать, миссия будет пройдена. Точнее, будет дополнительные задания пройдены. А останется только выполнить главную миссию, убить какого-то чела. Которого я не знаю, как зовут еще, потому что я еще не пришел в братство ассасинов, которое находится в Дамаске, в бедном районе. Сильный, как Салахаддин! Сильный, как Салахаддин! Эй, ты что делаешь? На! Выкуси! Так быстро! Женщина, вы в порядке? Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. А что они хотели сделать? Все, мне пора бежать. Я рад нашей встрече. Тебе не уйти! Простите, мужик, мне уйти. Мне нужно далеко идти. У меня сильные ноги, я много бегаю. На защиту нашей великой цивилизации! Спасти горожанина, вот он. Он точно разобьется. Я вовсе не собираюсь ему помогать. Кто там что опять украл? Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость. Вор! Грязный вор! Тебе что-то нужно? Что заставляет его делать? Тебе конец! Вот так вот. А, у тебя силы много, такой сильный, да? Меня смог остановить? Давай, давай, подходи. Я с тебя шкуру спущу живо. На! А где? Где горожанин-то? Ну, пиндос, куда делся? Ужас. Отстань от меня, я ничего не сделала. Грязный воришка, увидишь тебя, друг от руки. Сестра, они появились заново. Да, осторожнее. Нет, сейчас. Это пустая трата времени. Отстань, дурак вонючий. Хочешь умереть? Нет, это твой. Это вы хотите умереть. Так, минус один. Блин, фигово, когда нету этого. Контратаки. Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Интересно, что здесь произошло? Еще два человека спасти остается, и все.
можно сказать, миссия выполнена. А вот эти два человека, вот две точки. Как раз остается посетить две точки и спасти двух человек. Все, что ли? Ничего себе. Акробат какой-то, да, крутой? Залезаем. Залезаем мы наверх. Как обычно, чтобы осмотреться. Давай, давай, вот так вот, молодец. Осматриваем. А теперь прыжочек. Кто-то такой звук делает. Это же не орел такой пролетает и вот так вот делает. Так, следующее. Остается всего три точки. Спасаем горожанина вот этого. Уверяю тебя, я тебе знаешь, что уверяю? Что я сейчас спасу человека. Нужно, почему она не залезает? Здесь найдешь все, что тебе нужно, друг. О, похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. Люблю таких клиентов. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Вы глазам своим не поверите. Че, реально? Вот прям не поверю. Если я чем-то могу тебе помочь, внимайте мне, граждане. Чертов дурак, совсем выжил. Да ты сам дурак, понял? Все ко мне. Мой товар лучший. Вали. Сюда, позволь показать тебе весь мой товар. Руки свои убрал от девушки. Да чмо. Кто ты такой? Вали отсюда. Ты-то откуда приперся? Вали откуда пришел? С кем связываешься, не понял? Здрасте. Спасибо. Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Да ладно, забей. Что это было? Ничего мне не надо. Остается последний. Горожанин. Которого мы должны спасти. Мы просто обязаны его спасти. У нас в кредо написано, чтобы мы помогали всем людям. У меня есть все, что тебе нужно, я уверен. Взгляни и убедись. Будет вот это? Нет? Ну, это далеко не все, товара полно. Ты и вправду очень мудр. Так, почти прибежали. Это ты поплатишься жизнью. Это вы поплатитесь жизнью. Еретик! Ох ты! Не смог я убить человека. Ты жалок. Со мной Аллах, с тобой Аллах, а со мной знаешь кто? Сейчас ты умрешь. Тебе конец. Походу мне реально конец. Мужики, вы чё? Так, минус еще один. Давай нахер, с кем связываешься? Две жизни у меня осталось, что со страшники все прибегают и прибегают. Один хп осталось, черт возьми, сейчас умру. Ловите!
Подохни! Тетка, вы в порядке? Спасибо. Этот человек убит. Спасибо. А? Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Интересно, что здесь. Отлично. Все жители в Беняцком районе Дамаска спасены. Что это? Что? Что это? Что случилось? Что случилось? Что это? Что это? Кто это? Все милости в Аллах. Ну так где же ты? Кто ты? Не тыкай меня здесь. Походу, меня хотят спалить. Зачем он это делает? Зачем он это делает? Я знаю, ты где-то здесь. Что это? Вот здесь, я думаю, смогу залезть. Мне не доводилось. Что он делает? Сейчас мы отсюда перепрыгнем. Оп. Все, отлично. Это тоже последняя вышка, на которую нам надо залезть. Давай. Молодец, молодец, Альтаирка, лезь. Молодец, молодец, Альтаирка. Альтаирка, пипирка. Опа. Отлично, мы посетили все точки и спасли всех горожан. Это, конечно, не такая крутая миссия, но сойдет. С вами был Терминатор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем счастливого пути и до новых встреч.